Времена, когда ноздри баварских машин были маленькими, прошли окончательно. У новых BMW M3 и M4 решетка радиатора стала не просто большой, огромной. Фанаты классических моделей наверняка захотят развидеть все это обратно. И если на обычных купе 4 серии новую решетку мы уже видали, то седан примеряет мега-ноздри впервые. А значит, не за горами рестайлинг всего семейства 3 серии. На фоне этих ноздрей совершенно теряется традиционный декор эмок. Расширенные арки и агрессивный обвес. Но если отбросить вкусовщину, сосредоточившись на фактах, то новые поколения оказались крупнее, тяжелее и мощнее своих предшественников. Так, в базовой модификации рядная шестерка S58, оснащенная парой турбокомпрессоров, выдает 480 сил. С ней работает шестиступенчатая механическая коробка, оборудованная ассистентом переключения передач, который умеет делать автоматические перегазовки. В исполнении Competition отдача мотора повышена до 510 сил, а вместо механики ему полагается восьмиступенчатый автомат. К слову, в прошлом поколении BMW использовала преселективный робот, но теперь трансмиссионная парадигма стала другой. Пока представлены лишь заднеприводные версии. Однако через полгода свет увидят машины 4x4 с многодисковой муфтой подключения передних колес. Даже странно, что BMW не вывела их сразу. Динамические характеристики обоих биммеров идентичны. На спурт до сотни им требуется чуть больше 4 секунд, а Competition выполняет такое упражнение чуточку быстрее. Чтобы повысить максималку до 290 км в час, по традиции придется доплачивать. Об остальных достижениях немцев говорить даже неловко. Мы уже привыкли, что баварцы наделяют М-ки адаптивными подвесками, усиленными кузовами, жесткими подрамниками и расширенной колеей. Хотя нечто неожиданное все же появилось. У новой системы M-Traction Control есть аж 10 фиксированных пресетов, которые меняют настройки ходовой и электроники. Чего не сделаешь, чтобы придирчивый водитель нашел для себя идеальный баланс. Также из интересного подметим углепластиковую крышу, хотя панорамное исполнение — это бесплатная, но опция. За облегченные кресла на композитном основании дилер попросит заплатить отдельно. В Россию BMW M3 и M4 приедут только в исполнении Competition. Стартовая цена на седан M3 пока не объявлена, но прайс-лист на M4 уже есть. За купе придется отдать как минимум 6 900 000 рублей. Заказы уже принимают, а поставки машин дилерам назначены на апрель.